Всем привет, мои хорошие, с вами Кеймери, и сегодня мы забабахали очередной мукбанг. Здесь у нас, значит, бараньи ребрышки, запеченные в духовке, картошечка, морковочка, здесь салат. Ссылку и на салат, и на вот это вот потрясающее блюдо я оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите и готовьте вы тоже. Я подготовила здесь и пластмассовую вилку, и железную. Мне на самом деле неудобно пластмассовая. Просто дабы избежать всех этих звуков лишних. И так и тут по соседству здание строится. Вот этот звук. Это как раз таки оттуда. Какой салат просто на скорую руку. Я просто не знала, как разместить, чтобы вам прям все было видно. Ананасовый сок, витамин. Вкуснотища. Еще у меня здесь у вас просто не видно. Я не знала, как разместить так, чтобы все было видно и все было вблизи. Вот, поэтому пришлось немножечко вот сюда вот убрать. Так, здесь, значит, что? Мясо. Баранина. Берем картошечку. Макаем в наш шараб. Я все макаю в наш шараб. Обожаю этот соус. Мне одна из подписчиц сказала, что ее муж пошел и купил на шараб. Потому что они смотрят мои видео. Огромный вам привет. И им совершенно не понравился. Так вот, если мне нравится, это не значит, что нравится всем. Вы знаете, у всех, наверное, разные вкусовые рецепторы. И это зависит от того, какую пищу ты всю жизнь кушаешь. Я, например, с детства кушаю наш шараб. Я просто обожаю. Прям вот самый любимый. Он сладкий. Такой, знаете, кисло-сладкий. Прям любовь. С мясом вообще. Такое мясо нежное просто. В томатном вот этом, ой, томатном говорю, вот этом майонезном соусе. Рецепт в инфобоксе, переходите, смотрите, ставьте лайк. Я прям руками, с вашего позволения. Я открыла страницу в Инстаграме, еще одну. Проблема в том, что когда мне пишут какие-то рекламодатели, я никогда это не вижу. Просто потому, что мне как бы лень, можно так сказать, заходить на почту и все такое. Я решила создать, вернее, брат мне порекомендовал создать еще один профиль в Инстаграме. Айка Эмили Пиар. И вот туда люди будут обращаться, если им нужна, например, реклама. Мне кажется, просто потрясающая идея, отличная идея. Занимается мой брат, и уже в итоге мне говорит результат. Настолько нежное, знаете, мясо. Даже давайте сделаем вот так вот. Я люблю везде лимон.
Даже где не в тему, он везде у меня и на шарап, и лимон. Я вам рассказывала, да, историю. Как-то мы ехали на шашлыки в деревню. Вот вкус напоминает прям шашлык. И, в общем, они хотели поехать в лес. А я такая, думаю, неохота и так далее. Говорю, да нет, не хочу я шашлык. Когда поехали, я там столько поела, что даже наш сосед сказал, Айка, ты же вроде не хотела. Ты никому не дала поесть. Мне даже как-то неприятно стало. Вчера по документам надо было идти. Нигде не работает, ребята. Зашла в лифт. А там, значит, две девушки с такими хонча, как это сказать, ну, идут на сватовство, так скажем. Такие разодетые, красивые. Я такая в маске захожу, они так смотрят на меня и начинают ржать прям. И я не понимаю, почему такой смех. То есть я не то, что себя берегу, я и берегу еще и вас. Если каждый будет носить маску и чаще мыть руки, вероятность того, что все мы заболеем коронавирусом, вероятность будет намного меньше. Мне сейчас даже как-то неприятно стало. А что смеяться-то? У нас вообще 90% людей, даже 95%, ходят без масок. Как вкусно, ребята. Мне кажется, по звукам вы чувствуете, как вкусно. Ой. Я думала, что я не доем, но сейчас я смотрю на все это мясо. И понимаю, что доем. Я решила для себя, что я хочу завести кота. А сейчас вот с мамой по этому поводу болтали. Она против. Ну, блин, мне так хочется кота. Многие мне пишут в комментариях, вот ты уже взрослая, почему не живешь отдельно? На самом деле у нас просто в Азербайджане так не принято. То есть в России после 18 лет ты можешь спокойно жить отдельно, здесь так не принято. То есть на тебя как-то косо будут смотреть. Начнем с этого. Во-вторых, чтобы жить отдельно, мне нужно жилье. Которого у меня нету. Придется снимать. А это дополнительные расходы. Вообще, если бы я была бы мамой, я бы не хотела, чтобы моя дочка или мой сын, как только исполнилось 18 лет, они переехали и жили отдельно. Я бы была категорически против. Я бы сказала сначала создай семью. Потом уже разберемся.
Ребят, как это вкусно. Это просто лучше, чем шашлык, я не знаю. Баранина настолько вкусная, или вот сочетание всех этих ингредиентов вместе. Плюс еще в духовке. Обалдеть, как вкусно. Салат божественный. Хотя бы это видео хотела молчать, но сейчас вспомнила, не могу вам не рассказать. Я такой сон сегодня ночью видела. Как будто к нам постучалась какая-то девушка такая, с кудрявыми волосами, и продавала какую-то технику. Ну, знаете, у нас такое часто бывает, что приходят и что-то продают. И, в общем, приходит такая девушка, я маме говорю, что даже не открывай. Непонятно, кто это, непонятно что. Мама ее пускает, и она говорит, знаете, это уже сотая квартира, куда я сегодня иду. Вы знаете, мне, говорит, до дома очень далеко добираться. Можно, говорит, я у вас переночую. А у меня мама добрая душа. Мама такая говорит. Да, конечно, оставайтесь, я вам здесь постелю. И я типа маме говорю. Мам, да у нее на лбу написано, это мошенница. Мама мне говорит, ну что выдумываешь? Насмотрела сериалов тут. Я говорю, мама, не глупи, ты чего? И получается, что мама пустила ее у нас переночевать. И мы утром типа просыпаемся. А дома нету моей камеры. Нету моего телефона. Вот, и девушка эта ушла посреди ночи, а побрала нас и ушла. Но я ее успела сфотографировать, а потом я вспоминаю, что телефон она мой тоже сперла. Вот такой вот ужасный сон, я так проснулась посреди ночи. И мне реально казалось, что это произошло со мной. Я такая беру свой телефон, начинаю искать ее фотографию. Потом я понимаю, что это сон. Какие же ребрышки вкусные. В общем, ребята, я наелась. Обязательно пишите в комментариях, как вам больше нравится, когда я болтаю о чем-то и кушаю, или когда я просто кушаю и мало болтаю.
Я постаралась как можно меньше разговаривать. Пишите обязательно в комментариях, как вам больше нравится.